сегодня жара, плюс 26, и мы идем в магазин за пистолетиком, чтобы крыться на фонтане. Я ем мороженку. Ну, кто смотрел рекламу, hello! Сейчас мы идем в переход метро, а в вашем городе есть метро? Новый магазин. Поднимаемся. У меня очень сладкие руки, потому что они для мороженого. В магазине мы делаем игрушек, и мы выбираем пистолетик. Я выбрала это. Вот такой он очень интересный. У него 4 баллона. Еще тут есть вот такая. И это. Вместимость неплохая. Может, я тут лучше возьмем? Больше. Давай возьмем. Ну, мы выбрали пистолет. Нет, желтый. Да. Он похож на какой-то, я не знаю. На какую-то грузку. Ну, здесь бы еще бы грузка не была. Что такое вообще? Короче, как у робокопа. Да-да-да. Стоп был пистолет у робокопа. О, сколько игрушек. Пожалуй, я возьму. Мы разбираем, да? Фикс прайс. Ну это, конечно же, была шутка. Конечно же, мне это все не возьмет. Это же какая-то ерунда. И я лучше возьму вот эту штуку вместо вот этой штуки. А вот это что? Это какой-то мяч. Нет, шутки. На самом деле, это... водный насос, да? Вот так вот воду набираешь и... Я никому ее не дам. Это моя. Ну что за... жадина говядина. Ты соленый огурец. Пока, с вами была Соня Дружкина. Увидимся завтра.